Ой, я не помню. Хорошо, говорите, что у нас так. Я тоже хочу заявить, что моего сына девочка говорила. Сперва хотела за вымогательство, не получилось. Потом за побои. Есть акт, где побои там не принесли вред здоровью. Где 18 февраля капитан полиции пишет, что отказ вынес на постановление об отказе возбужденного дела. Потом она пишет, уже через почти через 2 месяца пишет, что он ее изнасиловал. Тем более эти же полицейские, Делинов, Хажинов, Борисов, тоже участвовали в этом, и на суде они говорили, что применяли спецсредства. И тем более я вследствие заседания суда узнала, что в ОП-2 работает их лучший знакомый, друг семьи. Поэтому я буду бороться, я буду стучаться везде. И если моего сына оправдают, я буду ее наказывать. Пусть тоже ее судят. Тем более, что моего сына, как обвиняли за 13 изнасилований, 2 статьи оправдали. Это уже идет... Ой, как правильно сказать? Оговор. Да, что идет это оговор, что за клевету. Угу. И я за это буду наказывать. Буду оправдывать своего сына. А как вы думаете, вот ваше движение о матери, оно вызовет резонанс в городе, внимание? Я думаю, оно уже вызвало. Потому что мы, и Татьяна Мурашова, и я, мы участвуем, мы ходим везде, мы пишем. А какое бы послание вы бы хотели направить этим людям, которые участвовали в этих пытках? Какое можно послание отправить? Просто... матери в глаза посмотреть, кого она воспитала. И этим полицейским, если у них есть совесть, хоть бы извинились, пришли или что. Видно, они бессовестны. То есть считают, что это в рамках закона, да? Да, пытки? Они считают, способ, так, что избивают детей, угу. Что это... Тем более применяли электрошокер, когда на суде сказали, что это нет у них как там это, что... А когда вы вот увидели своего сына, можете описать его состояние? Я своего сына увидела только на суде. Больше я его не видела, как забрали его и все. Мне многие звонили оттуда, потому что моему сыну предлагали адвоката, не дежурного, предлагали, который мне звонил, говорил, давайте 30, давайте 50 тысяч, я вашего сына вытащу. Поэтому не знаю, что будет дальше, но я буду бороться за него. Потому что должно, как говорится, зло должно быть наказано. И при этом про эту девочку. Чему она, у них, наверное, в семье, как у шапокля, хорошими делами прославиться нельзя. Так и у них так.